ход великий, всю свою мощь направил бой. Маршируя в ад миллионами солдат, вермахт шел к сердцу страны, став под Москвой. И марш жуков, фронт приняв руки, поднял ружье полки и сказал: сынки, Родина никогда вас не забудет. Некуда ступать, за нами Москва, и нас не стояли они под забор орудий, и память наших сердцах о них на века. Вновь Бородино, снова смерть твоих сынов, вновь зверь бросил взгляд свирепый на восток. Силы неравны, но поезда со всей страны свозят все резервы сделать марш-бросок. От Казахстана до Магадана на смерть идут полки. Смело бой, сынки, Родина никогда вас не забудет. Декабря 1941 года войска нашего Западного фронта перешли в контрнаступление против ударных фланговых группировок.